Ну вот сегодня сотрудники нашего Кунское жилище попытались начать так сказать, разграбление дома 22, корпус 3. Заявились с утра сегодня в 11 часов и начали срезать козырек и противодосточные трубы. Подстрекал их бригадир компании ПИК по фамилии Мордвинов, вот, который здесь своей бригадой находился рядом. Этих нет. Вот. Значит, жители позвонили, в управу позвонили начальнику участка Соболеву, да, и потребовали объяснения, собственно, на каком основании. Дом жилой, не отселенный, тут есть еще собственники. Да, Соболев своих, значит, архаровски отозвал. Они очень недовольны. Убрались сегодня. Думаю, что они пытаются как-нибудь в другой раз, когда будет поменьше народу, повторить свой подвиг. Все-таки, да, значит, довести этот дом до как бы, аварийного состояния. В этом стоит их цель. Причем, обратите внимание, вот дом корпус 2, который отселен еще зимой был, да? Номер 2, в котором никто не забивает окна, не срезает козырьки и водосточные трубы, да? Даже окна, якобы для безопасности, забитые в этих жилых домах, здесь никого не интересует. Ключ можно разбить, вот оно открытое, зайти туда. Козырек-то спилили там. Стоит целый, невредимый, никто не трогает там ни козырьков, ни водосточных труб, никому это не интересно. И не нужен нам. Вот. Цель их, конечно, вот это. Эти дома, в которых люди еще живут, которых нужно вынудить поскорее начать отсюда убраться. Всяким, значит, возможным способом. Гражданин мой однофамилец, начальник участка Соболев. Я не пойму, это что такое, черный пиар вы мне решили перед выборами устроить? Тот, что это такое? Вы занимаетесь тут локальным бандитизмом? Вы думаете, проблема всех вас тепленькими за руку поймать? Не проблема. Думайте, что вы делаете, пожалуйста.